Русские могли шантажировать Майкла Флинна, бывшего директора национальной безопасности Дональда Трампа. Так считает экс-министр юстиции США Салли Йейтс. Свое заявление она сделала на слушаниях в Сенате по делу о возможном вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. По словам Йейтс, за две недели до отставки Флинна она предупреждала Белый дом о том, что в России знают. Флинна можно шантажировать тем, что он лгал о своих контактах с российским послом. «Мы были обеспокоены тем, что американский народ мог быть обманут действиями генерала Флинна», — сказала Салли. И об этом знали не только мы. Русские также знали, что генерал Флинн солгал вице-президенту и другим. В этом и заключалась вся проблема. Мы не только знали о том, что русские в курсе, но и понимали, что они, вероятно, располагают какими-то доказательствами этого. О том, что бывший советник Трампа говорил с послом России Сергеем Кисляком о санкциях, сообщили в феврале американские СМИ. По их данным, Флинн и Кисляк встречались до вступления Трампа в должность. Сам Флинн заявлял, что не может точно сказать, обсуждал ли он вопрос санкций с Сергеем Кисляком.